Выпускники Брещины приветствуют всех участников республиканского последнего звонка. Как же быстро пролетели школьные годы, наполненные счастливыми моментами, новыми открытиями и интересными заботами. Впереди время новых свершений и побед, выбора профессионального пути и самоопределения в большом мире под названием «Взрослая жизнь». Как же ни сложилась дальнейшая судьба, мы всегда с благодарностью будем помнить школу и педагогов, вложивших частичку своей души в каждого из нас. Спасибо за их понимание и заботу, знания и уверенность в своих действиях. В школе мы научились быть активными, чтить традиции, дерзать и не бояться нового. Школьные годы были наполнены творчеством и познанием, дружеским общением, первыми победами и открытиями. Те нравственные уроки, которые мы получили в своих учебных заведениях, запомнятся нам на долгие годы. В Республике Беларусь образование и работа с молодежью – приоритетное направление государственной политики. Перед нами открыты все дороги, созданы благоприятные условия для образования, творческой, социальной самореализации. Данное мероприятие – подтверждение тому, что в нас верят, нам доверяют. Мы попробуем оправдать это высокое доверие. Сегодня мы твердо уверены в том, что только под небом Беларуси каждый из нас найдет свое место, раскроет свои способности и будет чувствовать себя по-настоящему счастливым. Мы, выпускники 2021 года, приложим все усилия, чтобы стать достойными гражданами нашей страны. Желаю всем ярких событий в жизни, удачи и благополучия. А нам, выпускникам, успешно сдать экзамены, поступить в выбранные вузы, уверенности в своих силах, верных решений и новых открытий.